На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке проповедник без рук и ног Ник Вуйчич обнял 10 тысяч людей. Эта акция направлена на поддержку кампании Вуйчича «Противостаньте любого рода задиранию и насмешкам» и для продвижения его новой книги «Stand Strong. Стой твердо», сообщает Харизма Ньюс. Акция на Таймс-сквер является продолжением евангелизационного тура объятий Вуйчича. За время таких туров евангелист планирует обнять около 10 тысяч человек. Стоит отметить, что его предыдущий тур был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, так как за один час он смог обнять 1749 человек.